Актриса Кристина Асмус выложила в Инстаграм снимок, обработанный в приложении, который ее значительно старит. На нем артистка предстала перед фанатами в морщинах, но при этом улыбающейся. Побочка от хлоргексидина, подписала Асмус фотографию. Фанаты мгновенно отреагировали на неоднозначную публикацию. «Вот это вы нас, конечно, напугали», – пошутил один из поклонников. «Такая добрая, шведская бабушка Кристи», – добавил другой. «Блин, а я только затарилась хлоргексидином», – подыграл юзер. «Ага, я тоже начала им пользоваться. И что теперь делать?» Не сдержался еще один пользователь. Сама актриса пока развеселившимся от ее публикации поклонникам ничего не ответила. Гороскоп на 15 июля. Вы непобедимы, стрельцы. Ранее 5defistv.ru рассказывал о секрете худобы Асмус.